Глава 28. Новая жизнь. Лето уже полностью вступило в свои права. Буйство красок, легкое дуновение ветра и даже небо было чистым, глубоким и с величественной покорностью приветствовало вспыхивающие огоньки звезд, отражающиеся на умиротворенной поверхности пруда, на котором виднелся мрачный силуэт. Что же будет дальше? К концу приближалась первая неделя свободной жизни. Им никто не руководил, не преследовал, долги были списаны, но внутри все оставалось по-прежнему, может даже хуже. Разодранная воронка вместо души и ноющий сухой комок, когда-то именуемый сердцем. Все вернулось на круги своя, но что-то было не так. Снейп свыкся с участью смертника, и, казалось, сам мрачный женец с этим согласен. Но судьба, как всегда, жульничала, припрятав козырь под конец. Что у него, собственно, осталось? Нет ни родни, к которой можно было бы вернуться, ни жилья, ничего. Дом в паучьем тупике, как, в принципе, и накопленные за 20 лет средства, в случае его кончины должны были отойти Поттеру, единственному человеку, игравшему в его жизни главную роль. Хотя сам он туда и под пытками не зашел бы. Работа. Что его теперь держит в Хогвартсе, кроме массы душераздирающих воспоминаний? Друзья? Близкие? Их просто нет. Он был всего лишь осколком, пороку, зачем-то пребывающий в этом мире. Северус не вписывался в систему, да и не горел желанием, дожидаясь финала. «Поттер, зачем этот мальчишка снова влез?» Словно лишенный среды обитания Гриндилоу, он бился о сухую землю, ища спасения. Мальчик стал дорог, так же, как и профессор ему. Северус принял это как неизбежный факт, совершенно отказываясь понимать, что с этим теперь делать. Проще надеяться со стороны и уяснить, что он обречен на вечную ненависть, нежели не умея себя вести в таком случае, обрести желаемое доверие и понимание. Семья, точнее, что-то отдаленно напоминающее ее. Время, проведенное с ребенком, он, пожалуй, смело мог бы отнести в раздел «То, о чем боялся и помыслить», хотя и прекрасно знал, что он для Гарри намного меньше, чем Римус. Скорее, по отношению, где-то на уровне притворного старика, и это задевало. «Я недостоин даже этого, но...» Вечно преследующий, противоречащий союз. Несмотря на свою природу, Люпин никогда не причинял мальчишке вреда, даже незначительного. И Альбус, при всех своих махинациях, не давал Гарри в обиду. С ним он по-настоящему под защитой, пускай и для всеобщего блага. А что Снейп? Готовый принять любой удар проклятия вместо мальчика. При этом сам не раз ранил. Даже сейчас Поттеру угрожает всеобщее осуждение. Просто за то, что он встал на сторону убийцы. Слуги мертвого лорда. Видение сложившейся ситуации никак не перевешивало ту горечь, которая от всего этого сновала в сознании, устанавливая свои порядки. Прихватив с собой несколько бутылок отменного виски и дождавшись, пока мальчишка крепко заснет, мужчина устроился под деревом, вдыхая аромат ночного воздуха. Пагубная привычка мастера зелий, позволяющая расслабиться, погружаясь в забытье. Однако последний год даже алкоголю было не под силу спасти бывалого воина от реальности. «Поттер, зачем ты рушишь устоявшиеся стереотипы? Если это такая месть, то совсем не в духе гриффиндорцев загонять человека в тупик». Отношения явно налаживались. Волшебники проводили вечера в лаборатории, восстанавливая запас лекарств для больничного крыла и изготавливая специальную мазь для Гарри. «Поттер, ты поражаешь меня своими навыками, и я начинаю думать, что 5 лет ты просто испытывал мою нервную систему». «У меня есть имя. Просто когда надо мной не нависают, ожидая ошибки, у меня получается гораздо лучше». В пылу развернувшейся работы парень не совсем осознанно переступил запретную черту, отчего, испугавшись, был готов извиняться хоть 10 раз, лишь бы не портить и так не совсем понятные отношения. «Наверное». Я немного увлекся. Снейп никогда не умел признавать свои ошибки, но, чувствуя необходимость загладить вину, он с глубокой горечью иногда выдавливал что-то смутно похожее, отчего парня бросало в жар от страха, плавно переходящего в удивление.
Периодически они выходили во двор, и Поттеру удавалось расспросить Северуса о молодости, конечно, обходя стороной неприятные моменты, а их было, пожалуй, слишком много. «Сэр, а расскажите, если вам не трудно, что-нибудь о себе?» Тяжелый, испепеляющий взгляд. Невзирая на то, что юноша уже давно его не боялся, Гарри почему-то всегда становилось не по себе от взора, дававшего понять, что лучше бы Поттер молчал. «Не подумайте, я не хотел задеть вас. Мне просто интересно. Извините». «Несмотря на то, что ты вконец сохамел, Поттер, и я признаю, что будет несправедливо тебе отказать. Что ты хочешь узнать?» «Ну, например, ваш первый поход на Косую аллею». «Изволь. Я отправился туда вместе с твоей мамой, примерно в начале августа». При этих словах было заметно, как парень напрягся, а плечи его сжались. Жест, который Северус воспринял как отвращение, всполошил погасшую тревогу и обиду, возводя неприступную стену. «Поттер, если вам так неприятно, что мы с вашей... с Лили проводили...» «Нет, профессор, как вы могли подумать, я наоборот этому очень рад. Я... просто... вам тяжело это вспоминать, и я не хочу причинять вам страдания». «Поттер, мне продолжать? Или на этом твое любопытство иссякло?» Мужчина даже не мог подумать, что его тронет такая забота, или он просто никогда и не ощущал чужого переживания. С кончиной той, что показала ему, какой прекрасной может быть жизнь, он похоронил все, что придавало ему человечности, и теперь ему приходилось это осваивать вновь. На мгновение, лишенный дара речи, он даже приблизительно не предполагал, что ему ответить на подобную реакцию, и нашел уместным сделать вид, что ничего не произошло. «Нет, пожалуйста, я хотел бы узнать продолжение». Парень еще не раз поднимал подобные темы, правда с опаской, чтоб ненароком не ранить профессора, что Снейп прекрасно улавливал по интонации голоса. Северус уже и не помнил, когда на душе было так хорошо. Тревоги, волнения улетучивались мимолетно. Стоило только взглянуть в зеленые, глядящие с теплотой глаза. МакГонагал напоминала о себе ежедневно, требуя ответа насчет нерадивого студента, ну или же самого директора, которому пора было принять обязанности, что Северус систематически игнорировал, уничтожая записки. Заводить разговор на тему того, в чем сам еще не определился, было бы опрометчиво. Тем более у парнишки складывалась тенденция интересоваться мнением своего наставника, да и добивать подавленного Поттера не было ни малейшего желания. Несмотря на долгожданный просвет в жизни, Гарри был удручен, что огоньки, согревающие его душу прежде, начинали неукоснительно гаснуть. Приобретая одно, он почему-то автоматически был вынужден терять значительную часть того, что было неизменно важно в его жизни. Чем больше юноша проводил с Северусом, тем сильнее в его сознании укреплялась мысль о подобии семьи, которая у него наконец-то появилась. Каждое утро он просыпался от восхитительного запаха кофе, заполняющего своим благоуханием весь дом. Вопреки наличию эльфа, профессор категорически отказывался принимать ее помощь, объясняя это тем, что он не привык, когда его обслуживают, и варить любимый напиток он будет только самостоятельно. Прихваченные с собой зерна были на редкость необычными и придавали жидкости какой-то пряный сладковатый вкус, отчего притягивал тех, кто по сути был к нему равнодушен. Это стало своеобразной традицией. Утро и свежесваренный кофе от Снейпа, на который подсел парень, и расслабляющий завтрак Амилли. Она начала воспринимать профессора как господина, иногда жалуясь ему на молодого хозяина. «Хозяин Северус! Сэр Гарри летал на метле в 5 утра. На улице было еще пасмурно, но хозяин даже не удосужился накинуть мантию, сэр». «Спасибо, Милли. Я разберусь с ним». «Решил заболеть, Поттер? Ничего, я отучу тебя от глупостей». За завтраком мужчина от души добавил сорванцу перечное зелье с немного измененным составом. Травы, которые он подмешал в настой, ничуть не портили лекарства, но придавали жесткий, неприятный вкус, сохранявшийся на целый день. «Какого черта?» Сделав по обыкновению несколько больших глотков, которые Гарри просто не мог не проглотить, на глазах тут же навернулись слезы от тошнотворного привкуса варева. «Не выражайся!» «Что вы подмешали?» «Не понравилось?» «Нет!» Юноша находился в ярости. Трансфигурировав серебряный нож в кружку и наполнив ее прохладной водой, он залпом выпил содержимое,
безуспешно пытаясь отделаться от мерзкого привкуса, на что мужчина не просто не реагировал, но даже не отвлекся от чтения газеты. «Вот и мне не по душе, что ты не заботишься о своем здоровье. А если еще раз устроишь утренние полеты, явно нарываясь на простуду?» Добавляя серьезности своему виду, Северус повернул голову в сторону уже вскочившего на ноги парня и, изогнув брови, смотря на него как нашкодившего ребенка, донося слова до глубины сознания: «Ты об этом очень пожалеешь». Снейп спал, и Гарри это точно знал, так как перед выходом зачем-то проверил, а в таком случае выдать его могло только одно существо, и он уже с улыбкой вернулся на место, отодвигая кружку в сторону. Поттер не злился, напротив, такая опека лишь вызывала радость. Никто прежде и не думал переживать о нем. Дурслям изначально было плевать, если что-то случалось, а после 11 лет они и вовсе старались его не замечать. Всегда существовал негласный принцип: само пройдет. В Хогвартсе, он же избранный, каждому хочется иметь надежное плечо, и неважно, сколько тебе при этом лет. И Гарри не был исключением. Лишенный семейного очага, он отчаянно искал, где был бы не просто к месту, а именно частью такой идиллии. Все это было похоже на сон, но за чем-то хорошим всегда приходит трагедия, и он в этом снова убедился. Всего каких-то 3 дня, и его мир начал гореть, разрушаться, нанося непоправимый ущерб. «Дорогой Гарри, надеюсь, у тебя все хорошо. Прости, что так и не приехала, но я пока хочу побыть с мамой. Не знаю, когда она, да и мы все сможем свыкнуться с потерей Фреда. Надеюсь, вы с профессором сможете как-нибудь к нам зайти. Мама очень по тебе скучает. Перси отвез Джорджа в Румынию, чтобы как-то сменить обстановку. А Билл теперь постоянно с папой. Прости меня, что я не попрощалась с тобой. Просто когда ты ушел, меня задело, что ты ничего не объяснил. Извини, я была эгоисткой, такой же, как Рон. Гермиона все рассказала, и знаешь, я очень рада за тебя. Снейп мне никогда не нравился, но по нему видно, как он переживает за тебя, как боится. Он чем-то напоминает отца, а тебе это действительно нужно. Я не хочу этого писать, но Гермиона очень просила, так как мой глупый братец встал в позу. Отец на него наорал, но, по-видимому, это ему ничем не помогло. Рон дуется, считает, что ты его променял, и даже слушать ничего не хочет. А Гермиону вообще поставил перед выбором. И пока она не сможет у тебя бывать, только не обижайся. Он успокоится, вот увидишь, просто не обращай внимания. Рон всегда был дураком, в нем играет ревность, хотя он это и отрицает. Не расстраивайся, он это примет. Надеюсь, скоро увидимся. Целую, твоя Джинни». Получить весточку от любимой было невероятной радостью, тем более, что она больше не злилась. А вот отношение друга поражало, выбивая почву из-под ног. Они ругались неоднократно, но чтобы так. Поведение подруги внушало слабую, но все же уверенность, что есть шанс помириться. Она, наверное, единственная, кто все-таки мог достучаться до рыжеволосого слепца, но это не утешало. На смену гармонии пришло беспокойство, которое Гарри старался как можно тщательнее скрывать, но шпион чувствовал подлог и ложь на расстоянии. Хотя настроение парня заметно улучшалось, когда они, высмеивая, обсуждали очередную выдумку Риты на тему, как Снейп подделал воспоминания или опоил героя, но тень переживаний все же оставляла отпечаток. Северус становился более нервозным, наблюдая, как постепенно мальчишка чернеет, и сны снова становятся беспокойными. По привычке он каждый раз заходил, когда Гарри уснет, и накладывал сигнальные чары, чтобы в нужный момент оказаться рядом, и не зря. Уже несколько ночей подряд мужчина проводил у его койки, потому что на фоне новых переживаний, добавившихся их в без того гремучую смесь, зелья просто перестали действовать, а увеличивать дозу было опасно. Поттер мог впасть в кому. «Гарри, все хорошо. Все кончено». Укачивая, словно младенца, было нетрудно догадаться, что снова видит стойкий герой. Его крики и то, как он извивается, были похожи на пытки, и не только для него, но и для человека, который глубоко в душе воспринимал мальчишку как сына. Спрашивать было бесполезно, Снейп это уже понял. Один и тот же вопрос, и всегда притворный ответ. «Гарри, все нормально?» «Да, сэр, все хорошо». Он никогда не будет жаловаться, и не потому, что не доверяет,
а просто, как и Северус, привык держать свои эмоции глубоко внутри. Вот и сегодня, просидев у кровати, успокоив и лишь удостоверившись, что нового кошмара не будет, мужчина отправился на пруд, размышляя о причинах, расстроивших лохматое создание. «Лили, что же мне делать? Ты всегда знала, как поступить правильно, а я снова запутался. Я желаю ему только добра, хочу, чтобы он был счастлив, но, по-моему, сам ему в этом и мешаю. Уизли, болван, каких свет не видывал, но даже он понимает, что я угроза для Гарри. Но твой сын напрочь отказывается это признавать, а я устал его обманывать, да и не хочу. Он все, что осталось у меня от тебя, и я страшусь его потерять. Боюсь, как боялся лишиться тебя. Ты знаешь, он теперь смотрит совершенно иначе. Не видит врага. Я стал для него кем-то вроде наставника, которого он во мне никогда не замечал. Когда тебя не стало, мне казалось, что я сам умер, но он... Плевать мне, что подумает твой муж, но он для меня как сын, которого не было, и видит Мерлин. Для меня нет никого важнее него. Но если для его благополучия мне нужно удалиться, я это сделаю». Магия, такая знакомая, давала ощущение, что в этот момент он не один, и его возлюбленная слышит, знает, что происходит с ее старым другом. Возможно, поддерживает, может и не согласна, но точно не осуждает, или так действовала почти осушенная бутылка. По крайней мере, мужчине до последнего хотелось верить, что Лили где-то рядом, смотрит на них своим понимающим взглядом. «Экспекто патронум». Как и раньше, он стремился озарить свою темноту знакомой до дрожи, родной ланью. Как давно он ее не видел. Пущенная последний раз в холодном лесу, она провожала его печальным взором. И как отчаянно Северус нуждался взглянуть воочию на призрак своей боли. «Экспекто патроном!» Доведенное до автоматизма одно воспоминание, которое через столько лет до сих пор грело душу. День рождения. Маленький черноволосый мальчик держит в руках книгу Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», подаренную близким человеком, и ее поцелуй в щеку, такой теплый и нежный, будто до сих пор горел на его бледной коже. «Экспекто патроном!» Все тот же серебристый туман, ничего не напоминающая субстанция. Он запутался, и его магия тому доказательство. Северус с той же силой любит одну единственную женщину, но только теперь она делит его сердце с кем-то еще. С кем-то, кто никогда не был безразличен, а теперь и вовсе стал слишком дорог. Доигрался. Это новая жизнь, и придется ли она мне по вкусу? Сомневаюсь.